А что вы не можете? Уже не могу. Зачем? Женщина должна плакать только тогда, когда ей хорошо. Я получила море удовольствия. Поперлись, как придурки в этом такси, вот в этом. Нам обдавили все ноги. Скажите, пожалуйста, кто это ценит? Кто? Там дешевше. Ага. Хотели рыбку съесть? Хотели сэкономить. Да ну вы что, куда вы приехали? Где ваши, это самое, они приехали сэкономить. В Одессу экономить? Да вы что? Где так можно, где это видно? В Одессе экономим. Мы одесситы и то не экономим. Мне, правда, экономим на вас. Не, ну так они хотели сэкономить. Это надо записать. Боже мой, я запишу. Как я вчера приехала, Валера. Скажите, пожалуйста, откуда вы к нам пришли? Ты же в Одессу приехала, будь нахальной. Вон, не говори, не бери меня за здесь, я везде такой. Это самое. А откуда вы к нам? Да я знаю, что у женщины разные места. Ну. Ваня, мотай на ус, все записываем. Вот Ваня, ты бери все на вооружение, таким... потом, когда вырастешь, ты знаешь, какие женщины какие будут. Дедушка тебе честное слово правду говорит. Дед сам три раза женат, официально. Все три слушали вас, наверное. Все три раза заслушивались. Не, на чему, мои женщины между собой дружат. Я у них инфарктник, они меня все троем лечат. Они получают удовольствие и плачут. От удовольствия. Так вы так и мне не сказали, откуда вы к нам так и залетели. Откуда мы? Мы с Украины. Не, ну подождите, Одесса возле где-то так тоже чуть-чуть в Украине. Не, Одесса это отдельное государство. Вот, вот мне даже это приятно. Ваши слова бальзам на душу. Мне, кстати, тоже хотелось, чтобы Одесса была отдельным государством. Есть же в Литве. Видите, есть же в Литве государство в государстве. Это не в Литве, а в Ватикане. В Литве. Я тебе говорю, приедешь. А в Литве где там? В Литве есть государство в государстве.